Я ужасно себя чувствовала у врача. Все плыло перед глазами. И тут она сказала, что мне вечером рожать. А завтра Скарлетт, возможно, уже будет с нами. И всю обратную дорогу я визжала от радости. Она не может держать себя в руках. С тех пор я чувствую себя прекрасно. Это пройдет. Тебе еще будет в 10 раз хуже. Мне не нравится Шейден. Я не хотела, чтобы моя дочь с ним связывалась. До сих пор в дрожь бросает, как подумаю, что он отец моей внучки. У них будет ребенок. Неужели из всех людей она выбрала именно его? Поверить не могу. Но придется с этим смириться и радоваться. Тому, что есть. Вот так.